Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – дом музыки. Уважаемые пассажиры, просим вас оплату за проезд по безналичному расчету производить на стационарных транспортных терминалах, которые расположены напротив входных дверей автобуса. Оплата за наличный расчет производится у кондуктора или водителя. Остановка «Дом музыки». Маршрут номер 21. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка «Театр юного зрителя». Остановка «Театр юного зрителя». Маршрут номер 21. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка «Архитектурная академия».
Остановка. Архитектурная академия. Маршрут номер 21. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Площадь труда. Уважаемые пассажиры, просим вас оплату за проезд по безналичному расчету производить на стационарных транспортных терминалах, которые расположены напротив входных дверей автобуса. Оплата за наличный расчет производится у кондуктора или водителя. Остановка. Площадь труда. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Площадь 1905 года. Thank you.
1945 года. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Площадь Коммунаров. Thank you.
Сколько? Площадь Коммунаров. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Центральный стадион. Уважаемые пассажиры, просим вас оплату за проезд по безналичному расчету производить на стационарных транспортных терминалах, которые расположены напротив входных дверей автобуса. Оплата за наличный расчет производится у кондуктора или водителя. Остановка. Центральный стадион. Маршрут номер 21. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Институт связи.
Остановка. Институт связи. Маршрут. Осторожно, не закрывайтесь. Следующая остановка. Бурзовская. Около верного пустыки. На углу. Так, а ей на день рождения сегодня? Внимание! Если к вам на улице обратились незнакомые лица и под любым предлогом просят передать им денежные средства, помните, это мошенник. Прекратите с ними разговор, не сообщайте, сколько у вас денег и где они хранятся. Не приводите незнакомцев к себе домой. Сообщите о данном факте в полицию. Она одета, не переодевается. Да, ну еще подождет чуть-чуть. Но углу верного пустыря.